Всем привет, с вами Скорпион, и мы продолжаем играть в Biohazard. Так, дома что могли, то взяли, но мы еще сюда вернемся, скорее всего. Сейчас тут будет перестрелочка небольшая. И начнем мы ее, скорее всего, с вот этого выстрела. Вот почему? Потому что вот у нас там товарищ стоит, наш любимый, с бензопилой. Так, давайте. Не постесняемся. Так, все, начинаем стесняться. Отлично, пусть лежит. Сейчас мы его будем добивать с помощью кинжала. Так как это нам... должно сэкономить патроны. Вот так вот это делается. Рубин, это тоже у нас предмет для продажи. Он, по-моему, никуда ничего не вставляется. Так, и теперь чего мы имеем? Освободится ли у нас место в ящике? В нашем кейсе. Нет, никакого места нету. Ну хорошо. Значит, не будем возвращаться. Нам, в принципе, в доме больше ничего и не нужно. Так, вот, как я уже говорил, гнезда не пропускаем. Опять нас почему-то назвали пидорососом. Сейчас они за это ответят. Отлично. Так, его подруга боевая идет. Чуть-чуть было не жахнуло. Отлично. Так. 1600 из тебя. 1100. Отлично. Так, сколько у нас денежек уже? 43 тысячи. Это вполне. Так, что здесь, воронья не видно? Нет. Так, здесь у нас красная трава. Красная трава у нас пойдет. Вот смесь будет. Отлично просто. Так, и все здесь у нас. Идем дальше. Так, вот у нас там. Чего нам не жалко? Ну давайте гранату бросим, потому что там досталось до 7. Вот туда. Отлично. Можно было чуть подальше, но и так нормально сошло. Вот этот дяденька, он будет все время, наверное, нас пытаться издалека. Отлично. О, и он нам дал патроны. Просто супер. Так, все замечательно. У нас вот первая коробка собралась патронов для пистолета-пулемета. Сотня. Но не очень быстро уходят, конечно. Опа, мы открыли дверь. Так, здесь у нас ничего нету. Нет, назад оглянемся. Так, вон я заметил еще одно гнездо. Кстати, 50 патронов для пистолета-пулемета. Тут я рекомендую, кто, конечно, стесняется вот так вот заходить, проходить вперед, сохраниться
сходить назад. Так, так, так. Так, тут еще одна у нас куча. Давайте мы кучу будем раскидывать дробашом. Тем более, что эта куча пытается у нас что-то бросить. Вот так вот мы еще... Опа! Так, опять кучища прям. Опа! Ну-ка, дети, встаньте в круг. Ну, тут не совсем круг, тут ряд. Опа! Так, и еще там куча. Прекрасно. Так. Опа, вот это не совсем прекрасно. Достал ведь, а? Будем стесняться раздавать им по хедшоту. Так, что-то где-то там у нас полетело. Надо, во-первых, перезарядиться. Вот видно, да, нашего персонажа так подранили нехило. И он сразу стал за бочок держаться. В принципе, на скорости это... Ну, красотища же, красотища. На скорости это никак, по-моему, не отразилось. Просто так, небольшая анимация, чтобы наглядно было видно, чтобы мы не упустили это из виду, что нас подранили. Ну, вот внизу справа, конечно, пульсирует тут значочек у нас. Так, вон. Опа, ни хрена там отскочила. Нормально тогда мужик приземлился. Вот, отлично. Тоже хорошо. Так, кстати, надо перезарядить. У меня он по нолям. Так. Здесь ходить нам бесполезно, да? А тут у нас ничего не возродилось. То есть... Вот ящики, которые я сломал, да, при первом сюда заходе, они не восстановились, да, чудеснейшим образом. Ничего этого не было, в принципе, это все логично. Здесь могут посетить такие мысли, типа, а, блин, надо было вот оставить здесь патроны, там еще что-нибудь, да. Могут такие мысли и быть, но... Не знаю, на легком каком-нибудь режиме. Так, надо вот там товарища тоже спустить с небес на землю. Так, и музыка прекратилась. Это сигнал, да? Это повод, чтобы маленечко нам передохнуть. Передыхаем. Так, тут товарищ так по-прежнему все и горит, и горит, и горит. Неплохо бы нам какая-нибудь, вон, я знаю, куропатка бы, яичко бы золотое высрало, но что-то чувствуется не фартанет нам. Стоит или не стоит лечиться, ну я думаю, мы выдержим еще один удар, скорее всего. Так, и у нас есть ключ, который открывает вот эту дверь. Вот этот ключ. Его используем. Все, дверь открыта. Так, надо убедиться, что здесь мы ничего не пропустили. И вроде как бы возвращаться незачем. По-моему, мы все взяли. Thank you.
Так, если кто забыл, напоминаю, мы продвигаемся к церкви, так как есть некая информация, что, возможно, дочка президента находится именно там. Так, а погодите, так, сюда нет, не заглянуть. Обязательно теперь сохраняемся, тем более в нашем нынешнем состоянии, когда каждый удар может быть последним. Опа. Ну давайте возьмем хотя бы сколько влезет. Все, вот у нас сюда это влезло. 29 патронов, к сожалению, мы вынуждены оставить. Но они нам не так нам и нужны. Да, выбросить. Так, кстати. Вот, теперь такие нычки появились. Это проклятая шпинель, или как там, в самых неожиданных местах будет появляться. Так. Ковыляем мы по какому-то подземному проходу. И вот тут появились вот эти вот блестяшки в стене. Это якобы осколками раскидало. Ну я так как бы для себя объясняю. Мы зашли, этого не было, да, вот этой всей красоты. Шпинель, шпинель. И вот тут не шпинель. Элегантная заколка. Так, пусто. И вот этого товарища я очень рад видеть. Я, честно, про него забыл. Так, товары обновлены. Нам напоминают про те синие медальончики. Это очень хорошо. Так, и теперь продавать. Давайте мы, во-первых, посмотрим, сколько стоит этот большой черный окунь. 2300, ну неплохо. Допустим, те же самые патроны, где вот патроны для ТМП, они стоят, ну, за 200 патронов всего 20 песет, то есть мы правильно взвесили, да, то есть лучше оставить рыбешку на 2300, чем там патроны за копейки продавать. Давайте мы его продадим. Замечательно. Так, я даже сейчас так, патроны для пистолета и ружья, так, здесь 6 всего, этих 200, ну, нам не скоро пока понадобятся вот эти патроны, возможно, давайте вот попробуем там вот сотку продать, вот, за 2000. Пусть они потом у нас копятся, так, ослепляющие. Одна пусть будет. Ручная одна. Замечательно. Пистолет, ружье, винтовка. Так, так, так. Смесь не будем. Это сразу продаем. Рубин. Тоже сразу. Он никуда не идет. Ну, подстрахуемся. Оставим пока. Медные карманные часы. О, да. Давайте.
Заколку нахрен. Не, ничего не вставить. А в маску. Маска с тремя углублениями. Нет, вот в маску что-то да у нас вставится. А, так. Пушка, понятно. Рубин. Продаем. Так, вылазим из складки продать. Смотрим, что у него можно купить. Карту сокровищ я по-прежнему как-то игнорирую. Приклад. Ну, приклад я советую, конечно, купить. Для пистолета-пулемета. Ну, по крайней мере, не сейчас, давайте. Но мы его приобретем. В принципе, и все. В принципе, пистолет-пулемет нам можно улучшать, потому что он на протяжении всей игры не заменится ни на чего другое. Его можно. А мощность прокачать, давайте ему прокачаем. Скорость перезарядки, но пока тут не суть важна. Вот емкость. Ну и скорость перезарядки заодно, ладно, что нет. По крайней мере, на данном этапе у нас она полностью прокачана. А это я уже говорил, это у нас все сменится. И пистолет сменится, и ружье, и винтовка. Смысла прокачивать я не вижу эти вещи. Но они потом, конечно же, будут продаваться намного дороже, чем в исходном варианте. Так, что-то я маленько запутался. А, вот мне в эту дверь. Так, шире, шире, ребята. И мы сюда возвратимся, потому что мы поднялись на кладбище. А, как нам известно из записки, что 8, оставшихся 8 медальонов, они находятся именно здесь. Давайте мы тут маленечко сейчас постреляемся. Благо тут есть в кого. Отлично. Так, там что-то вроде. Ну, я еще одного ворона вижу. Господи. Заверещали. Так. Так, что-то там у нас уже машут чем-то. Давайте отойдем, отступим. Вот, отлично. Оба получили нехилых люлей. Так, видим медальон, еще медальон. И тут, по-моему, мы пропустили. Да, вот, вот там гнездо я вижу. Это я помню. И здесь я вижу. Граната. Ну и сколько бы я ни проходил, по-моему, здесь всегда граната. Так, а здесь у нас что? Неплохо. Кстати, места у нас сейчас значительно прибавилось. Это блин, так. Это хорошо. Чтобы красивенько лежало. Так оно и лежит красивенько. Так, здесь мы по-любому должны закончить, ну, вот так называемый квест на эти медальоны.
кстати, в этой уже локации появятся змеи, вот эти гадюки в ящиках. Потом мы будем с вами... так, где? Ага. Делать вместо одного удара ножом сразу же два, на всякий случай, потому что вот этот вот второй удар, он должен убивать змею. Потому что там, если замешкаться, она совершит прыжок там, и прям нам в харю или куда ли там, короче, кусается сразу же. Ох ты, ни хрена себе. Там рвануло. Кстати, здесь вот эти вот могилки, я не подхожу, как бы я, по-моему, помню все это. Вот тут подсказки. Тут будет небольшая опять головоломочка, задачка. Если будем тупить, то мы подойдем. Опа, на ходу. Отлично. То есть вот так вот он бежит. Опа, можно его на колено поставить. А можно и... ухреначить. Так, что у нас здесь пока чисто? Здесь вроде как чисто. А кто нам туда эту шашку бросил? Непонятно, не помню. Так, здесь гнездо, если кто вдруг не заметил. Так, и подождите, я тут не пропустил нигде тут жетончика. Вроде бы пока нет, не пропустил. Если мы подойдем к церкви сейчас, то нам вот резонно напишут, что в принципе вам тут делать нехер. Без специального ключа. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Вот ты дура, сидишь там, ни хрена не видишь. Какой отмычкой я вот полезу вот в это. Ладно, с этим разберемся. Давайте сюда пройдем. Прекрасный был выстрел. И вот. Нам... так. Вот, честно, подзабыл. Три символа близнецов. Так... Так, давайте выйдем. Вот. Думал, помню, нет. Придется символы вспомнить. Там у нас будет не ключ от этой церкви, а что-то другое. Так, ищем символы. Так, это не то. Так, первый символ. А, типа буква В, Ви. Так, второй символ М. И третий символ это С. Ага, вот все. Теперь наша задача все эти три символа, чтобы они
вот подсветились. Задачка не особо сложная, посмотрим, сколько мы здесь будем тупить. Кстати, насчет тупить, тут где-то, да, вот, чуть не тупанул. Так, этот знак и... Ага. Давайте так. Этот знак нам нужен. Затем... Давайте, допустим, на... Еще на 3. Так, раз, два, еще на 3. Теперь давайте на 4. Еще раз на 4. Еще раз на 4. И на 3. Все круто. Зеленый кошачий глаз. Это нам, если опять же кто забыл, для апгрейда вот нашей вот этой кружечки. Вот. Тут прям подсказка, то что раньше он был куда-то вставлен. По крайней мере, точно нам не скажут, но нам подскажут примерно. Вот, уже с двумя. Зеленый, красный. Ну, наверное, тут синий остался. Так, далее идем. Нам, значит, осталось 3 синих жетона здесь настрелять. Так, вот туда они побегут, там опасно. Опа, можем словить с топора. Опа, еще раз. Хорошо, не будем мы тут церемониться с ними. Отлично. Так, вон у нас жетончик первый, второй вижу. И третий, если мне не изменяет память, то он где-то под нами. Прям где-то вот точно под нами. Кто-то, конечно, может и снайперки, кому не жалко. Но мне вот этих патронов не жалко. Да, отлично. Здесь вот таким краям уступов подходить не стесняемся. Здесь всегда будет кнопка перепрыгнуть там или еще какое-то действие. А здесь невозможно упасть там или куда-то сорваться. Так, церковь закрыли, что-то тут, ну нам. Здесь тоже крупица информации. И сейчас будем искать здесь змей. Первый, второй сразу же, опа, второй удар пролетел мимо. Но тут главное эту гадюку еще успеть вот подстрелить, она тоже дает яйца и возможно. Так, давайте мы сожрем сразу, чтобы точно быть уверенным, что мы выдержим следующий удар. Хорошо. Так, ладно, там скриворучились со змеей. Все, все 15. В принципе, можно возвращаться. Сейчас мы от того товарища... Да, в принципе, пусть там и стоит. Все. Погоды не сделает нам. Если кто не понял, мы возвращаемся к продавцу.
Вот, а если вы будете играть на более сложной, на более сложной сложности, да, масло масляно, то я вообще советую еще сбегать совсем взад, то есть сохраниться. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Отлично, незнакомец, я вижу, вы собрали достаточно медальонов. Как и обещал, я дам вам особое оружие. Вы можете забрать его, не беспокойся о деньгах. Оно будет бесплатно, да. Пистолет должен быть за бесплатненько. Вот это наш пистолет, по-моему. А вот это другой. И давайте сравним сразу же. Так, здесь урон один ровно, здесь 1.1. Уже прокачан, зашибись. Темп стрельбы 0.47. Емкость здесь 10 и там 10. Перезарядка здесь что? 1.73. 1.70. То есть этот пистолет намного лучше. Мы его берем. Так, к сожалению, не отстрелял я патроны, забыл об этом. Но наперед я вам говорю, если вы знаете и запланировали, где вам купить оружие, сменить, допустим, да, пистолет, то, если вы заметили, нам дали сразу же его вот с 10 патронами. То есть далее можно отстрелять, допустим, всю снайперку, увеличить у нее боезапас, там патронов или прочее, и патроны дадут. Но это потом, если кто не понял, попробую я это сделать. Thank you. То есть если вы знаете, что вы вот как вот сейчас я вернетесь к продавцу, не перезаряжайте все оружие. Так, продать. Патроны, так, патроны, ладно, нам надо продать пистолет. Вот этот. Is that all, stranger? Thank you. Замечательно. Come back. Так, все замечательно. Можно даже продать пару гранат, пока мы здесь. Хотя. Ну, зажигалку точно продать. Нам ни к чему. С деньгами у нас все отлично. Так, и в принципе этот пистолет можно уже прокачивать, я так понимаю. Так, давайте я припомню. По-моему, да. Но потом будет еще другой пистолет, там револьвер. Или еще какой-то. Хрен его знает. Давайте прокачаем. Не пожалеем денег. Я честно не помню, будет ли еще такой вот легкий пистолет. What are you buying? А, его еще и хрен прокачаешь. А, нет, его. Нет. Его здесь нету. Это мой старый, если кто не понял. Все отлично. Постараемся нигде не сдохнуть здесь. И опять же, сравнивая с игрой The Evil Within, да, я говорил уже, что я буду частенько сравнивать, потому что их невозможно не сравнивать. Это практически один и тот же проект, просто разница между ними. Получается, что у нас это в пятом вышло, сейчас у нас на дворе четвертый, то есть 9 лет. Вот, по сути, мы убили чувака с одного патрона, с одной пули.
Это замечательная тактика. Так, а вот сейчас вот будет очень-очень интересный момент. Так, вот, видите, да? Если выстрелить в одну ворону, то разлетятся все. Здесь вот неплохо иметь вот эту гранату. Очень замечательно. Как говорится, мелочь, а приятно. Еще. Замечательно. Все просто шикарно. Если вы заметите, точнее услышите, вот за этими дверьми, такой, я не знаю, мега-тролль какой-то из Властелина колец, с которым мы будем махаться. Но вот с ними как бы не слишком сложно. Ну и легкого там тоже ничего нет. Усложняет потом ситуацию, усложняет, когда к нам привяжут Эшли, то есть вот эту дочку президента. И мы будем плясать тут вместе с ней. Так, здесь, по-моему, нам можно сохраниться. Давайте сходим. Сразу так раз назад оборачиваемся и... И ни хрена. Ладно. Еще раз. И еще раз ни хрена. Ну ладно, попытка не пытка. Честно, не помню. Будет ли здесь что-то? Так. Вон и рыбка у нас пишется. Ее можно стрелять, но мы до нее просто не дотянемся. Так, а это что тут у нас? Ну, тут ничего хорошего. Вода стала намного красивее. Да и игра в целом. HD качество, как ни крути, его видно. Те, кто играл в оригинал, они заметят разницу. Так, и зашибись, я тупанул туда, бегал зачем-то назад. Ну ладно. Подстраховались. Так, тут у нас где-то что-то к нему должно быть забираться или что-то в этом роде. Я путаю места. Так, погоди. Погоди, парень. Ну что, я путаю места. Значит, да, в другом месте будет. Это где-то можно... Будет к нему зайти. А, да-да-да, скорее всего, в другом месте. Так, этот нам что даст? Хотя бы возможность прокачки, да? Да. Вот он, наш пистолет дает возможность прокачать. Давайте сделаем. Так, темп-емкость. Is that all? Давайте, мне не жалко. Thank you. Is that all? Thank you. Так, ТМП он нам не дает, да, прокачивать пока. Хорошо. Что купить, погоди, что у тебя можно купить? What are you buying? Ну, приклад.
Давайте купим приклад. Пусть будет. Забирает на себя 80% отдачи. Ну ничего себе, да? Is that all, stranger? Thank you. Так. Ну, тут вот можно, да, все так красиво посмотреть. Что это такое? Что за приклад? Так, придется перекладывать маленечко. Вот мы объединили. Вот сейчас можно посмотреть, как он будет с прикладом смотреться. Намного лучше. Приклад, в принципе, можно не теребонькать, не таскать, но как-то, не знаю, эстетичнее, что ли, будет, красивее, чтобы вот он был все-таки вот здесь где-то, чем болтался хрен знает где. Так. Это что у нас? Две флешки. Ни к чему, конечно, нам они. Место занимают. Давайте лучше продадим. What are you selling? Как я говорил, одну нужно держать. Это потом понадобится. Сейчас, так, сейчас сохранимся. Так, ну и идем дальше. У нас сейчас задача найти ключ от церкви. Так, что тут, что-то я... А, все, я маленечко вспоминать начинаю, где мы теперь. Так. Вторая ловушка. Та же самая комбинация. Ну, так, отлично. Так. У меня такое чувство, что где-то здесь, по-моему, здесь была шпинель вот эта. Где-то она тут болтается наверху. Поблескивать должна. Вот, да, вот она проблеснула. Может, кто не заметил, меня края глазом увидел. Кстати, здесь такой туман, что ли, добавили эффекты, я не знаю. Тут не помню такого. То есть тут было что-то наподобие, но чтоб так густо. Насрано. Не было. Возможно, я чего-то и не помню. Так, ну давайте будем отбиваться. Прикольно, да, такие звуки. Так. Оба. Нормально. Так, отлично. Где кто? Опять закричал. Непонятно, что-то я не вижу. Так, здесь у нас, по-моему, где-то змея. А, мы сразу ее замочили. Хорошо. Коричневое яйцо. Ничего себе, шустрилка. Ух.
Господи, где орёт? Я что-то даже не понял, как он тут у меня оказался за спиной. Так, опять тишина. Так, опять музончик какой-то нездоровый пошел. Воу-воу-воу-воу-воу! Зараза, пробил. Так, и вот это используем, то есть прибавляем маленечко здоровья. Вот у нас уже, так, если посчитать, раз, два, три, четыре, пять с половиной делений. И понеслось. Так, зараза. Прибавил я вовремя. Просто я этих ребят так рано не ждал. Я знал, что они прибегут. Как ты подставил своего товарища. Опа. А тут мужик у нас бегает откуда-то. Что такое? Так, еще толпа. Так, еще толпа. Что-то у нас снайперских сколько? Так, поплатился я за свое снайперство. Так, отлично. Вроде бы тишина. Так, все, что там вот тут только что пропало у меня. Вот, да, денежки. Ну ладно. Теперь можно взрывать, там что-то никто не ходит. Так, и давайте здоровье-то мы себе вот этими кокушками прибавим. Отлично. И отлично. Вот и сгодились. Так, вроде все замечательно. Так, так, перезарядочка. Чуть пораньше надо было не снайперки начинать работать. Ну да ладно. Так. Сохраняться негде, но пора заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Пока, увидимся в следующей серии.